Улетели уши. И летели уши. Выше яблони. Выше груши. Чтоб узнать, о чем ведут беседу тучи. Здравствуй, Сьюзи. Приветствую тебя, Паркер. Сьюзи, а что ты думаешь о тех существах, которые живут внизу, когда они мокнут? Паркер, я очень им сочувствую. Только от одной такой мысли, что они могут намокнуть, я сразу же начинаю плакать.